Всем привет, ребят, всем доброго времени суток, всем трем! Да, это жопка кота. А сегодня у нас на обзоре игруха Identity в Майнкрафте. Перестань, кесь. Скинул один из подписчиков мне ссылочку на эту игру и сказал, интересная тема. Насколько я понял, посмотрел, игруха вообще, ну то есть не вообще игруха, а мод на Майнкрафт. Или не мод, я не знаю, как правильно это называется. Уже как несколько месяцев сделан. И имеет своего рода небольшую какую-то популярность, а может и большую, не знаю. Короче, онлайн вроде есть, люди вот бегают, вот так вот. Это у нас докторша выглядит. Мне как неудобно-то. Это у нас лобби. Странно, что музыки нет. По идее, должна музыка быть. Ага, здесь также вот есть у нас за ежедневочки. Ежедневные заходы выдаются плюшки разного рода. Здесь, походу, сферы. Да, сверху есть сферы. А, анимации нету. Нет анимации перелистывания, поэтому так вот. То есть надо жмакать, и она перекручивается. Окей. Ладно, это понятно, с пазлы кидать не нужно. Это что? Ага, это наш персонаж, наш аккаунт. Как бы. Это наш уровень. Описание профиля. Значит, справа лупа нарисована. С книжкой это, так сказать, книга. Этот. Вот кастомка. Можно кастомку сделать с друзьями. Это, значит, обычные катки за выжившего или за маньяка. А, что тут? Ранги есть даже, смотри. Тут есть ранги. С 19 до 21. Неплохо. Это у нас топ, значит, игроков. А это не знаю, что такое. Что-то такое. Давай посмотрим персонажей. Что у нас есть по персонажам? Значит, вот это вот доктор. Мы ее Да, смотри. Кастомизация есть. Нормально. Но здесь, получается, пэтов нету, аксессуаров нет. Ну, возможно, есть, но я не знаю, куда нажать. Но есть скинчики. Естественно, закрытый, скорее всего, как до этого вот мы заходили в разные разделы, там все это дело было платное. Это у нас, значит, маньяки, выжившие. Все персонажи открыты, я так полагаю. Ну, по крайней мере, замков на них нету. Это у нас вот Хастур. Это вот у нас лосяш. Нормальный такой лосяш. Клоун. Лео. Так, а это Крипер, да? Ой, Крипер. Рипер. Крипер, блин. Майнкрафт, ё-моё. Вот такое лобби у нас. То есть здесь, смотри, все грузится. Подлагивает. Есть вот маньяки стоят. Есть вот выжившие. Подожди, а что со звуком? А, у меня звук выключен. Погнали, сыграем. Здесь, да? Да, пойдем, наверное, за выжившего попробуем. Эй. Опа, фига. Вообще прям нехило. Быстро набралось лобби. Странно, что, по идее, должна играть музыка, как в Эдене. У нас куча докторов пойдет. Я не знаю, я прожал Рэдди или не прожал? Вот так, походу, выглядят лутбоксы. Только что стрелочка показывали нам. Интересно, это надо нажать? О, нет! Что это? Сука. Походу, не надо было нажимать.
кнопочки. Это я куда загрузился? Это что, пацаны? Что делать, пацаны? Так, это вот я, доктор, бегаю. Это ожидание, что ли? Могу прыгать, могу присесть. Вот присел, привстал. А, вон отчет. 3, 2, 1. Мы выиграли? Да, смотри. Изи катка. Уи! Первая победная каточка. Попытка номер два. Выживший. Нажимать ничего не буду больше. Ай-яй-яй-яй. Телефон уронил. Неплохо, быстро ищет. Прям вообще шустро. Опять в какой-то комнате. Может, стены ломать надо? Пингует, конечно. Жестко. Один вообще он наверху за... Оп, упал. Не, это комната с отчетом. Вон, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Капец. Смотрим. Так, значит, по управлению все так же справа у нас под большой палец, так сказать, сделано. Вот, руку. Ой, в окно прыгнул. Ё-моё. Ага, окей, зато теперь мы знаем. Воу, а это нам, даже нам подсвечивается. Даже нам подсвечивается наш shift. Когда мы пробежали, красные эти полосы остаются, и мы их тоже видим. Нормально, кого-то уже положили. Мы просрали скилл-чек. Сейчас. И еще раз. Где, кстати, появляются скилл-чеки? А что надо нажать-то? Там же даже стрелки нету. У меня пинг такой здоровый. Костер горит, прикольно, дождик. Я честно... Угу. То есть, когда там красненькая, еле заметная полосочка бежит по экрану, надо тыкнуть... Просто в экран? Да, надо тыкнуть просто в экран. В полоску в эту. Один у нас отъехал. Ну блин, ну мы сейчас пока никого не спасаем. Мы просто хотим понять, как и что работает. Есть также чат с командами. Один у нас ливнул, значит. Маньяк рядом. Что это за дядя такой с шарами? Мужик, ты кто? Ага, это у нас крипер. Тьфу, опять крипер. Это... Рипер. Один улетел. Алло, дядя, не ходи за мной, пожалуйста. Брось каку, фу. Фу, кака.
А где палетки? А есть палетки? Со звуками, конечно, беда. Я не знаю, может, из-за пинга это еще лагает. Он второго челика словил, да? Почему он бегает с шарами? Я вот этого не понял. Так, мы прохилились, и я застрял в палете, да? А, не, вылез, все, окей. Я думал, я все, я застрял. Что? Тут у нас три машинки осталось, да? Видимость хорошая, вон вдалеке прям видно машинку. Это же машинка? Давай попробуем спасти. Положил челика, сажает. И не уходит, да? Найс, и он еще накопил вроде. А, скинул. Пойдем попробуем, короче, хит ловим и спасаем, да? Или просто спасаем? Я двигаться не могу. Это пинг. Спасибо, пинг. Он потерялся. Хоть бы ты меня не донес, а? А, донес. Это очень странно. Очень странно. Еще непонятно, что с пингом. Скорее всего, пинг очень высокий. Ладно, первая карточка проиграли. Но мы зато поманчили. Поманчили, нормально так поманчили. Те, наверное, играют за маньяков, да? Посмотрим, сколько за мана будет подбираться лобби. Походу, в этой игре наоборот. Не как в обычном Эдене. Когда нажимаешь играть за маньяка, и у тебя сразу... Оп! Ага, значит, у выживших. А, они сверху бегают, надо мной. Получается, они сверху в комнате, я снизу. Только там они вот вместе бегают, вон они, видишь, сверху. Там круги один нарезает. Пошел отсчет, все прогрузились. Уже пойдем убивать. Эй. Не понял, как ух работает. Я кого-то видел. Ударь! Почему не бьет-то? Как-то странно. Пинг, походу. Сильный. Ого! Нормас ошкерился. Слышь, ну-ка вылазь. Сюкан. Он у меня очень странно бьет. Он прям вообще тупо бьет. Так, значит, когда останавливаешься, нужно остановиться сперва, а потом ударить. Сперва останавливаемся, потом бьем. Но это как-то странно, конечно, сделано. Тихо, тихо, девочка.
Да, вот, то есть, если я не останавливаюсь, я ударить не могу. Чё за фигня-то? Она спряталась за стулом, да ну нафиг. Она рили спряталась за стулом. Вон стоит, смотри. О, да, серьезно? За стулом можно ходить. Он опять уменьшился и спрятался, да? Здесь, короче, можно в некоторых местах проходить через текстуру препятствий. Да ударь ты ее, алло! Она так бегает, еще жопу назад. Что? Она ускорилась, видал? Напрягает, очень напрягает. Я уже, это, не рад, что я пошел в это играть и тестить. Пингует. Нет, это не пингует. Это у нее, значит, из сундука она что-то достала. Как он там называется? Этот персонаж, который от стены отталкивается. А походу его обилку достала. Ну почему я не могу на ходу ударить? Что за дичь-то? Почему я должен останавливаться, чтобы ударить? Я ее так вообще хер догоню. Вот как я ее должен... Вот рили, блин. Для того, чтобы ударить, я должен остановиться. А она нет. Как это бесит, просто пиздец. Это просто калит, блин. Я удалю нахер эту игру. Ударьте ее! Ударьте ее кто-нибудь! А? Ой, бля. Это, блин, боль просто. Ага, я понял, почему тот ходил шариками. Это багуля. Он посадил кого-то, и оно забаговалось. Больше я не пойду, короче, это смотреть. Если тебе понравилось, я ссылочку оставлю в описании. Спасибо большое, кто прожимает лайкосы, оставляет комментарии. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Всем пока, красавцы. Целую в брови.